Здравствуйте всем, кому это интересно. Продолжение видео про мои муравьиные фермы, варварские колонии. После воссоединения с большой семьей девчонки из гелевой фермы чувствуют себя прекрасно, влились без вопросов в семью, бегают, пару трупиков вынесли, но думаю, что это или от стресса, или уже другие от старости поумирали. Бросал я им, была весенняя вылазка у нас на дачу, бросил им личинок майских жуков, выкопали там. Вот они их затянули, потихоньку трясут, выдирают из них соки. Бросал я им большого таракана огромного, но они его как-то не с большой охотой ели, поэтому высох, я его просто выбросил. Возможно, загружу видео, как они сидели на нем. Расплод, девчонок становится все больше, бегают, носятся, метусятся, таскают свои личинки, вот их в большом количестве, уже и куколки, и личинки, и яички, все в одну кучу сложено. Я думаю, что им уже места не хватает, поэтому я, кусочек мяса затянули, поэтому я решил сделать им большой мирмикарий в аквариуме. Сделаю, не знаю, показывать, как делать. Масса видео, как это все делается. Во всяком случае, переселю их туда и думаю, что там их будет намного вольготнее, и мне будет интереснее и удобнее наблюдать за ними. Так что жизнь продолжается, размножаются. Ни у меня к ним, ни у них ко мне вопросов быть не должно. Чувствуют они себя превосходно. Флавусы. Флавусы тоже бегают. Заметил, что пересохла у них арена, поэтому сегодня увлажнил. После вылазки на дачу бросил им пару дохлых пчел, какое-то насекомое. Тоже, как бы, может, уже объелись тараканом, поэтому они особо не набрасывались на него. Ну, потихонечку тоже и размножаются, и развиваются. Сегодня тоже первых весенних мух их бросил. Они схватили за лапы, растянули и утащили внутрь. Уже не найдешь ту муху. Тоже жизнь продолжается, движение идет. Все прекрасно себя чувствуют. Интересно, что голову таракана они как затянули в свое время, так и не... Так она там и лежит. Не знаю, как убрать. Вот личинки ухаживают, беспокоятся. Почему-то один вынес личинку наверх, бросил там, и все остальные не обращали на нее внимания. Не знаю, сейчас она там лежит, не лежит на арене. Нет, вот она вроде как лежит здесь. Может, она больная, может, она погибшая, хотя я ее трогал, она шевелилась вроде бы. Вот она, бедная, тут всеми позабыто, позаброшено лежит личиночка. Не знаю, что им не понравилось. Что-то пытаются ее тягать туда-сюда, но почему-то не хотят присоединять к остальным. Может, из-за того, что пересохла сама основа, сам формикарий. Может, обратно сейчас сделаем имитацию дождя. Ну и нигеры. Я решил, что продолжать с ними не стоит в тепле и сытости, потому что они начали массово умирать. Ну, как массово, там с десяток трупиков появилось, а так как у них нет ни размножения, ни будущего, ни матки, ни яичек, ни куколок, я их спрятал в холодильник. Сделаем, так сказать, искусственную диапаузу. Когда появятся первые мурашки, придется брать куколок, ну и ловить матку, чтобы у той колонии было хоть какое-то будущее, чтобы они не вымерли. На этом все. Спасибо всем. До свидания.